Здравствуйте, уважаемые подписчики. Помните, в 90-е была такая песня «Миражи», в нулевые, по-моему, да? «Миражи – это наша жизнь». Вот про один такой балаковский мираж мы вам сегодня коротко расскажем. В чем суть? Значит, агентство по централизации закупок объявляет контракт на 5900 миллионов на закупку песка для нашего комбината благоустройства. Два участника и один победитель – 4 миллиона 700 там с копейками, предлагает ООО «Мираж». Ну, выиграли, что скажете? Что есть такого? Ну, выиграли, поставляют песок. Комбинату надо много песка, дороги зимой сыпать там и так далее, тротуары, может, строительные работы какие-то. Ну, наверное, у организации есть лицензия, карьера, или они где-то его покупают, везут и так далее. Все вроде бы хорошо, но есть одно «но». Где-то в июле, в конце июля мы посидели немного в засаде, вот, потому что пришла информация, откуда этот песок берут. Давайте посмотрим. Вот на территории бывшего ЖБИ, промзоны едем. Здесь мы вот справа там уже снимали, там был незаконный карьер, он наверняка там и есть все. Сейчас едем, здесь у нас информация о том, что на муниципальной земле добывается песок незаконно. Сейчас проедем. Вот едем по территории, для первоначальной разведки, так сказать. Слева видно, стоит трактор, вот поворот на карьер сам, вон нога трактора. И вот граждане сидят, тут столик у них отпускает, вот контролирующий товарищ. Дальше это в обратную сторону мы уже едем. Вот все то же самое, видно с правой стороны трактор, экскаватор вернее. И вот эти ребята, которые занимаются отгрузкой песка. Короче, сейчас вам покажу, вот свалка все, видно, что сюда все свозят эти, не знаю, клопятники, наверное, все сюда. Вон, видите, вдалеке трактор стоит, сейчас покажу, КамАЗ. Вот трактор, экскаватор. Он, короче, на муниципальной земле стоит и забирает песок, выдергивает. Сейчас ждем машины, должна проехать. Там просто мы туда не встали, потому что там три человека. Один, видать, контролирующий, двое, трое рабочих. Вот по этой дороге они едут, грузятся. А в чем прикол, что грузят? Что это организация, которая выиграла тендер на поставку песка в наш комбинат благоустройства. Короче, срисовали они нас, видимо, что-то почувствовали неладное. Машина у них встала сейчас под ГЭС, не едет сюда. Видимо, водители сказали, чтобы он не ехал. А то какие-то любопытные там ездят, типа, снимают. Сейчас посмотрим эту машину. Шахман 417, там, да? 471. Итог всему этому. Ну, давайте вместе подумаем. На наши деньги, налогоплательщиков, наше муниципальное учреждение нанимает, вернее, заключает контракт с организацией, ну, которая добросовестно должна была все выиграть, как бы. Она просто берет песок с муниципальной земли, из бесхоза, да, там нет никакого права собственности, как я понимаю. Везет низкокачественный песок, это не речной песок, в комбинат благоустройства. Уж не знаю, принимают они его там или нет. И продает там просто воздух за наши деньги. В прошлом году мы делали подобный репортаж, там вот эти карьеры пески, где СНТ Каштаны, это в районе Старой Пристани, как ехать. Писали в Росприрод, в надзор, в Минсельхоз, природоохранную прокуратуру, ну, везде. И я смотрю, все это дело так замухоморили, и вообще просто никакой реакции. Ну, мы, во всяком случае, о ней не знаем, об этой реакции. То есть, просто посредине города, в черную, возят этот песок, добывают, ничего никто сделать не может, средь бела дня, куда нам вообще, даже после прошлого репортажа смотрит полиция, там, я не знаю, АБЭП, там, и прочие. Граждане вообще, они просто не работают. Ну, я, наверное, что, напишу Бастрыкину, у нас же традиция, да, из Саратовской области. Мне кажется, господину Бастрыкину поступает столько обращений, что он в шоке просто. Я прошлогодний материал отправлю обязательно, и вот этот материал отправлю. Если наши контролирующие органы ничего с этим сделать не хотят и не могут, а еще представьте, что происходит в итоге с этой ситуацией. Они вырывают этот котлован, он им дальше не нужен совершенно. И в этот же котлован начинают свозить мусор со всего города.
То есть частные подрядчики, там просто частники везут. Там уже горы мусора, огромная свалка посредине города. То есть за мостом вот как ехать на старую пристань. Вот, ну, наша экология. Вот это мы и получаем. Ну, здравствуйте, беззубые руководители всех контролирующих органов. Полиции, АБЭП, там, я не знаю, куда вы смотрите. Значит, у меня создается впечатление, что что-то с вами не так.